Прекрасно. Привет. Мы сегодня едем в Чегемские водопады. На дорогу. Как туда ехать? Сейчас мы едем по трассе М-29. М-29 на Нальчик, в сторону Нальчика. Доедем до поселка Чегем-2. Там дальше будет продолжение. Чего? На всех дорогах строго смотрим указатели на Нальчик. Едем по трассе на Нальчик. Быстрее. Ну вон слева, видишь, указатель. Заезжаем в Чегемский район. Чегемский район. Заправка. Заезжаем в поселок Чегем-2. После того, как заехали в Чегем-2, смотрим, с правой стороны будет стрелочка на водопады. Направо. Вот мы заехали в Чегем-2, поворот на... Опять? Поворот на Чегемские водопады. Вот указатель, сейчас я его сниму поближе. Чегем-2, Личинкай, потом будет родник, Нижний Чегем, Хуштасырт. Вот Чегемские водопады, куда мы едем. Может, дальше потом проедем Верхний Чегем, турбаза Чегем и турбаза Башиль. Вот. Ну все, извини-то, Саша. Погнали. Тут где-то газомотный. Какой-то система по выращиванию саженцев. Очень много саженцев. Накрытые сеткой. От снега. А сетка, интересно, от мошкары. Я думаю, от птиц. Какой-то. От птиц. А, птиц. Ну что, они залияют? Прям целые поля. Ну, меньше залетит. Очень интересно. Ну, поехали дальше. Так, проехали мы Личинкай. В Личинкае шикарнейшие дома у всех. На обратном пути все будем снимать. Вот. Мы доехали до родника. Вот родник, камень на роднике. Сейчас посмотрим, что за родник. Пройдешь, я попытаюсь? Давайте аккуратно, аккуратно, Захар. Я какой-то проход. Куда? Ты пойдешь? Сейчас пролезем чуть-чуть. Я какой-то колокольчик. Где? Колокольчик. Ой, вот такой, да? Воздух влажный, свежий. Макайка, ты где? Захар, царь горы. Давай быстрее, мне комары сожрали. Иди, иди быстрее отсюда. Меня тоже надо сфоткать. Осликов не пугай. Че? Сколько вообще сел?
Не. Здесь идет дорога. И вот в этом месте с гор сходили потоки. Во время дождя, на обледенении, после зимы. Так он сходил. Вот так. И пошел туда вниз. Так, заехали на малые водопады. Сейчас пойдем к месту. Зелень сочная. Да, опять смывает, все уносит. А еще Чегемские водопады туда дальше. Да, Суазу водопады. А дальше там есть что смотреть? Значит, там как раз и есть что смотреть. Дальше водопадов, да? Дальше водопадов есть верхний Чегем.